Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер и Ярик. Всем привет. Решил начать раньше, ибо тут жесткая бойня будет. Адская карта, адские противники. Кто куда, чувак? Я не знаю, тут очень так неудобно как. Я не знаю, помоги мне вот здесь застроить и иди туда. Не, чувак, я не смогу этого сделать. Давай лучше я там начну, и ты мне поможешь. Потому что у меня такое дело, если я там начну, то там уже будет моя база. Я не могу так то там поставить, то там Ну, поставить. окей, давай я один попробую там все застроить. Бля, ну я тебе уже помогать еду. Давай. Я поставлю там два здания, а вот тут у меня будет другие здания, вот тут. Окей. А, я буст кинул! Сука. Долбаный буст! А, да! У меня идеальный тайминг пилона. У меня там КД было 3 секунды, да. Шикарно. Это весело. Слушай, тут столько добас можно поставить. Пиздец просто. Три базы можно максимально построить, 4 вот здесь и 5 еще пониже. Вот тут еще можно рискнуть сделать. Ну. Блин, хочу в Legend of the Void компанию поиграть. Сетевую не хочу. Хочу ход с сетевую. Так, такая помощь тебе нормально? Да. Я сам дальше Слышь, двигаюсь. будешь не перелетать, будешь продолжать Да, я так и понял. бункер по центру сделаешь. Я тут тебе фотонку не буду уже ставить. Ладушки, не обидишься. Ага. Блин, кстати, вот по идее вот эти вот драгуны с первого StarCraft, помнишь же их? Но. Они же по идее были вместо сталкеров. Ну, по легенде, типа это павшие зелоты, которых смогли спасти и посадили в такую механическую херотень. И они теперь типа там жили. Не, ну типа логично все. Ну, все Но а логично. прикинь, если бы нас так инвалидов сажали. Ну, именно военных инвалидов. Это было бы очень круто. А, я забыл кибернетку поставить. А где кибернетка? А, вот она. Фу ты, блядь. Забыл, где кибернетка. Кстати, я подумал, тут можно очень хорошо фотонить. Ну да, очень хорошо. Ну, по идее. Блин, надеюсь, проход такой небольшой. Есть отлично. Ну да, Все. можно было туда турельку поставить. Я поставлю. У меня сейчас вообще все заебись. Пока что. Пока враг не пришел. Да вообще все пиздато. У меня столько рабов тут. Просто пиздато как-то все. Слушай, настолько пиздато у меня все, что прям пиздато. О, what the fuck? Зараза, блядь! Ёбань! Смог? Они что, даже не хит-эндранили? Понял? Мне нужен долбанный сталкер. Да, одного убил. Я заказываю сталкера, потому что малина закончилась. Кстати, ТОС это 105-й, и он не буйствует. Это этот самый буйствует. Долбаный Да, я ублюдок. понял. Это 15-й буйствует. Вот здесь их поставлю, чтобы... Долбаный маленький говнюк. Маленький, блядь. Ну потому что 15-й. Логично, я понял. Опять чем подумал. Блин,
блин, я поставил себе музыку из первого Старкрафта, так незаметно настала ностальгия. Вообще прикольненькая. Прикольненькая. Больше нету кое-то. Карта прикольненькая, но она такая... Не, ну смотри, у меня уже фотонки стоят, мне бояться нечего. Я абсолютно защищен. Как там у тебя дела? Парень. О, парень. Чё, у меня всё нормально. Тролики стоят. Я ещё две фотонки ставлю. О, да, грейд готов. Бля, грейды! Вечно забываю про них, вот всегда забываю. Очень редко, когда я не забываю грейды. Долбаные грейды. А, блин, точно! Я с этим всем апсов забыл делать. Смотри, какая у меня тут стенка. Ничего так, правда? Мне нравится. Так, это 4, там 5, там 6, 7, надо 8 гитов ставить. О, смотри, как я случайно стенку тут поставил. Вообще пиздец, обходить придется. Блять, с улицы орут дебилы. Ты же на 8 этаже. На 9. На 9. Кто хочет, будет орать. Бля, я случайно 9 гейтов построил, я думаю, у меня их 8 будет. Что-то у меня слишком много фарма. Фарма? Слишком много. О, у меня 23 раба на минералах. О. Чё, сталкеры? А, я думал, он... Я просто перепутал. Бля, плохо дело. Он знает, что у меня... Тут опс и делает призму. Так, свежая. База свежая. Мало юнитов. Пока что все еще более-менее. А ты как думаешь? Все более-менее или все в говно? Все отлично. Если надо будет, мы еще базу построим. Третью дом. А я пролечу, просмотрю, есть ли у них третья база. Кто у них пошел? У них кто-то отклал. Да? Не заметил. Но у меня уже 9 сталкеров, я готов принимать. Так, у этого тут почему-то база. Так, он что, пошел куда-то? А, не, он просто перемещается. Смотри, мидвак. Неужто дроп? Ну, сейчас будем следить. Сейчас я построю тюрельки. Отлично. Тюрельки. Кстати, блин, да. Нужно по периметру. По периметру нужно влепашить. А, так у меня практически периметр и застроенный. А? У меня все так получилось, тут базы сами периметр защищают. Ну и что ты разведал? Куда он просканил? Сука. Что у него там? Где турелька? А где турелька? Открывать, похоже, будет, вот что он сканил. Слушай, я не понял, а где у него турелька? Что-то... Он сканил или что? Сканил он. А, тьфу ты, блин, я то и думал... Не, именно свою базу, потому что он меня каким-то образом убил. Блин, анилки я забыл уже. Блин, хаза нет. Все. Я отлично защищаюсь. Очень даже отлично. Хаза нету. Я криги забыл. Слушай, а если он на похуй пролетит? Хотя тут такой похуй получится жесткий. Что у него... Ну считай, сколько... Считай, сколько у него медиваков будет. Я вот сейчас этих поставлю. Викинги еще прогуляются, может поймать по два. Два викинга купил, не пожалел. Блин, пилонов нет. Так, ясно. Неужто, блин, уж. Так, я мародерчиков чуть поближе. Этих раскладываем. Ты не поверишь, что я забыл построить. Арсенал? Щиты, все такое, вот этот.
А, ясно. Слушай, я выхожу в третью. Кстати, да, я тоже сейчас пойду. Я хочу в третью выйти. Там газик, хуясик. Здесь нет. Нет, я сначала открыли. А, нет, пусть. Он может задней базы. Вот здесь тут. Да, кстати, он может залететь сзади. Не, ну тебе там меньше страшно, а с моей стороны. Да, вот это большое. Можешь найти место, но я сейчас это дело застрою. Блин, 109. 109. Блин, зря буст кинул. А, не, норм. Так, смотри, у меня же тут неплохая такая армия. Ну, она тут так немножко раздробленная. Ну, пойдет. Сколько у тебя лимита? 111. У меня 133. Я не знаю, у меня что-то мало лимита. Какая минута? 15-я. Ух ты ж. Ну я сейчас строю, сейчас отлично будет. Смотри, ну я тут фотоночки поставил так. Периметральные. Ага, в принципе можно будет сломать, может нет. 3-2-ка сейчас закружу и сломаю. Слушай, он не выходит, он что-то тут сидит постоянно. Так, бессмертная тоже там уже у меня. Так, что, мейн заканчивается уже? Да, заканчивается. Переведу немного рабов. Опа, вот он. Насколько все плохо? Нет. Что, все плохо? Нет, все отлично. Сам видишь, отлично. Не, я не вижу. Я тут... Все плохо, конечно же. Да? Я тупанул, очень тупанул. Я под танки полез. Сколько потерял? Все? Там и 2 полных. А. На сколько полных? Чем точнее полных? Один мародером и второй пехотой. А. Ну, ММ. Ну, не так уж все и печально. Вон ли, смотри. Не столь страшно, как могло бы показаться. У него 3 на атаку у этого. 3-0. У этого полные нолики. Ебать. Говнюки. Будет обидно, если они заблинкнутся наверх. Так они так и хотят. Бля. Обидно. А модуль сколько действует модуль вообще? 20 секунд. Но у него энергия быстрее заканчивается. Раньше было 120, но он чисто висел без дела. Газ нужен? Нет, у меня все отлично. Мне тоже. Это даже необычно. Дарки. Даркшайн поставлю. Высший темплар поставлю. Робу поставлю. Чё-то я зажрался. Слушай, ну у меня 200-й лимит скоро будет уже. Тоже сейчас 200-й уже заканчивает. Сучка. Он что, просканил? Он опять просканил. Этот говнюк опять просканил. Хм, интересно, у них тут нету доп-баз. Это очень странно. Пролечу-ка я фланг просмотрю, может у них где-то там доп-базы. Опа! Свеженько, смотри. Парень имеет контроль, ясно. Сильно? Да. Молодец, модулем откинул. Опа! Чё такое? Молодца. Надо прилететь по этому. Я вот тут пролечу. Посмотрю. Я даже у нас под носом посмотрю, вдруг он такой наглый. Кстати, смотри, блядь. Что? Он тут не застроил нихера. Угадай, что идет к нему. Это как ты узнал?
Так, я шторм делаю. Не знаю нахера. Да пусть будет все равно. Ну да, да. Полезная штука. Если кстати, миниалы не кончаются, заметил. В смысле? А, нет, поля заканчиваются. Я думал, минеральные поля не заканчиваются. Бля, смотри, смотри, видишь эту хуйню? Я подумал, что это его база. Ну, чисто так, краем взгляда. Думаю, нихера себе наглый все-таки. Кстати, надо бы вот тут вот эту херню забить. Я сейчас прибегу и забью. Я знаю, что я построю, чтобы это. Чтобы знать, в курсе дела. Быть точнее в курсе дела. Они не атакуют. Ждут. Может хотят. Это же... Наверное, хотят, чтобы мы инициативу делали. А нет, вон они. Там драки у них похожи или что это? Что там у них? Модулями откидываешься. Блин, ну мои зелоты тут неэффективны. Это плохо. Слушай, я колосятню сделал. Колосов ставить? Ты посмотри. Или тут неэффективно? Нет, неэффективно, неэффективно. Нет. А нет, они нам в лоб не зайдут по сути, потому что танк мне сейчас все ставил. Там у меня торы стоят. Ну это, конечно, жестоко. Смотри, смотри, танки манают. Чё, манают прям? Ага. Да, молодцы. Они пошли. В лоб? Да. Плохо дело. Ну, тут, собственно, мои. Ну, в лоб они нас не продавят. Или продавят. Да нет. Нет, нет. Моя ковша полностью живая, ни один юнит еще не умер. Даже зелон. Пошли в лоб. Пошли. Собираемся на зелнаге. У меня пострадали, да, юниты. Плохо. А нет, лол, у меня почти лимит и ничего не пострадало. У меня было 200, а сейчас 160. Там здания пострадали. Да, да, ну, опа, он новый говша, что ли. Смотри, дарки заходят. Дарки режут. Да это так. А, вот, у него пилончик. А, психанул! Мои дарки сработали. Сука! Return to game. Ты тоже вышел? Да. Мои дарки ему полностью минеральную линию вырезали. Ну-ка, я сейчас чисто проверю. Не, хорошая катка. Подожди, мы лесушника выебали. А? На такой калечной карте. Не, карта нормальная, ты зря такое говоришь. Не, просто она... А что зашли и что-то сделали? Не, чувак, это любая карта от дефа хороша. Просто тут такое дело, тут вначале очень жестоко можно разводить. Очень жестоко. Прокси-пилон сработает, потому что застройка долго идет. Еще ну, что-то да. Фотонка очень легко сработает. Можно чисто где-то там на третьей базе поставить. Ну что, пошли? Че, на люк? Не знаю, можно. Я хочу лицушников. Еще больше лицушников. Больше лицушников. Не, кстати, по поводу покупания лицухи, я, наверное, не буду покупать, потому что мне придется слишком много времени пройти в Старкрафте. Мне придется выйти на хотя бы на Golden League. А для этого нужно немало трудиться, потому что я себя уважать не смогу. Купил лесуху, а в голду не вышел. Мне придется постоянно тренироваться, смотреть видосики, типа там новые тактики. Постоянно играть в старик, а я хочу что-то другое делать. Ладно, я пошел, вот и все найду. Ты что же, все скриптал? Нихера себе. Сука.
105-й. Серебро. Сука. Че, обосрался мои статистики, да? Прикинь, к нам заглянул 105-й серебро. Да? Да, и вышел. Может, это тоже? Не, он так быстро не смог с 80 какого-то там выйти на 105. Ну, я понял. Слушай, он случайно не был алмазом? Я не помню. А ну-ка, я сейчас в статистику зайду. Вот. Не, он тосом был. 18-й зашел. 18-й? А, кажется, он вообще был без лиги. Да, он без лиги, походу. 18-й? Ну, значит, лесушник. Статистика? 120 ачивок. И 105-й. 105-й, 105-й! Два лесушника. Тот же самый! Да? Да, это тот же! Ну, тактику знаю. И он тактику знает. Стоп, это другая? Ас. Хе-хе-хе-хе. Тут застройка-то помощнее, тут и моя фотоночка будет. Одна фотоночка зарешается. Но он же типа там головорезиками захочет запрыгивать. Ну, в прошлой катке. Это не он. А, он тост. Да, это тост, да. А что он любит? А, он нихуя не любит, он чисто там сидел. Интересно, он уже понял, что мы в тиме? Слушай, а помнишь, как мы только начинали играть? Да. Как мы эту тактику случайно придумали? Как мы ее, кстати, придумали? А, я любил застройку снизу, потому что у меня, типа, я посмотрел видео обучающее, там, как быстро выйти во вторую базу, и быстро выходил во вторую. А, это, ну... Да, вот так и зародилась супер тима. Которая уже полгода нагибает рандом. Блин, нужна пауза. Зачем? Нужно музыку сделать погромче. Где тут мюзик? А где мюзик? Сука, где музыка? А, вот музыка. На сотку. Все, готово. Ну. Я просто помню эту музыку с первого Старкрафта. Я помню Брудвор, Шакурос. Это компания была на Шакуросе. И эта музыка. Ты, кстати, проходил компанию первого Старика? Да, но я не помню ее. А я специально вот где-то весной перепрошел первый StarCraft, чтобы хорошо помнить компанию протосов перед вторым. Я так помню, только я протосов плохо помню, у них просто там мутная какая-то компания была. Для меня она была не очень понятна, когда я был маленьким. Но в итоге там просто разборки внутри системы. Короче, все сводилось на то, что белые не любили черных тамплиеров. Ну, белые тамплиеры не любили черных. Ну, в общем, расизм только в виде тамплиеров. Долбаные расисты. Че там? А, бля, у меня до сих пор врата не достроились, хераси. У нас тут дверька. Смотри, как прикольно у меня там фотоночка стала. Но. Еще так прям вписалась. А сейчас что-то все в говно. Сейчас хуже. Почему? Сейчас хуже я играю. Ну потому что у меня сейчас проблемы. Ну, с рабами чуть-чуть. Фотонки забыл.
Чё? Ой, пилоны. Он сканет мне мейн. Мне страшно. Чувак, мне стрёмно. Я боюсь его. Ну ты же не он, он за тос играет. Я все равно боюсь. Нахуя, нахуя он мне сканет мейн? Нахуя? Может, хочет как, не знаю, ну я не знаю, о чем. Поприветствовать нахуй! Это пиздец. Чего? Потому что все в говно. Мне стрёмно, парень. Он посмотрел, как тебя там все в говно. Мне очень стрёмно, парень. Спаси меня. Спаси меня полностью. А, это не оттуда. Ну ладно. Просто спаси меня. Что мне делать? Что мне делать? А, у меня минералов меньше, чем газа. Смотри, он построил все штуку на фоне. Он что, деф, а ты что, охерел? Не порть мне видео. Опа, ой. А это видео? Они с блинком? Я не знаю. Да, они подошли, поняли, что все в говно и ушли. Они в твою сторону пошли вот сюда вот. Да, понял. Я же говорил, все в говно. Я же говорил. Они ждут блинка, похоже. Да, я понял, что они ждут блинка, похоже. Так, ладно, я тебе отправлю пародёчек. Так, подожди, подожди, я проверяю. Их тут нет. Они съебались. И незаметно запрыгнули. Я поставил твой блинк и эту. Да, он сейчас будет блинк пусть делать. Чё там, под бустом даже? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Семь. Смотри. Считаешь его или свои гики? Свои. Почему бы его посчитал? А сколько у него? Я не видел. Да какая разница, гиты и гиты. Так. Так, ну раз шесть. Такое дело, бессмертные хули. Шесть гитов. Тот, похоже, вдруг хочет выйти. Да. Ты когда-нибудь видел такое? Нет. Я тоже. Ты что, против зерга играешь? Как гандон. А может, он подумал, что против него зерг. Или тот сказал, что что-нибудь. Протас подшептал. Тебе пизда. Спасайся! Сука, ну как можно такими раками быть? Представляю, как сейчас Протос фейспалмит. Блин, такая маленькая девшалми. Так обидно. Слушай, у него как-то, может, голда? У него слишком много гитов для... У него будет не хватать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь гейтов и плюс еще долбанная роба. У него не хватит с одной базы. Поставь по Марину. По Марину поставь этот самый, ну ты понял. Сейчас. Ага. Так. Блин, какая же охерительная музыка. Слушай ее. Ого, у меня 19 рабов на минералах. Хоп-хоп-хоп.
Они тебя спалили. Они к тебе, парень. 10 сталкеров, 2 бессмертных бегут к тебе. Я тебя не оставлю в беде. А, пилонов нет. Мы готовы. Сейчас оба они к тебе запрыгивают. Ха! Развел на выстрел. Будет обидно, если они в лоб пойдут. Будет реально обидно. Хотя смотри, у нас турельки, им нужно разведать, чтобы это самое дело было. В принципе, я могу мародерами отправить всех мародеров, они просто сломают. Давай мародерами. Да, они... там этот самый, там обс был. Давай ты мародеров отправляй, а я тут блинкну сталкеров через верх. У каешки? Хватит столько, интересно. Ты уже выходишь? Да. Ну я думаю, сколько там у тебя? Подожди меня подожди. Блять. Да пофигу, пошли, столько хватит. Пошли. Бля, подожди, ты без меня идешь. А, зелоты успели выйти. Я обратно. Чё там у них? А, банши! Долбаные банши! Под турелькой дерись! Да, правильно. Все, слили. Они там все посливали. Я просрал здесь мародёр. Не просрали больше, я думаю. Насколько ты их покосал? Я не знаю точно. Вообще. Да как так жить-то можно? Ну я сильных находил, очень сильно тоже. Ну, под этим самым... Под осадником жестоко там посливалось. И что еще хотел? А, да, я хочу. Смотри, полетело. Это вражеское! Дарки, ёбаный в рот! Сбил? Подожди, ты сбил ее. Турелька успела достроиться. Ну прикинь, он поставил дарков, и я сбил. Это да. Там дарков, наверное, 6 было. Да. Это до хера минералов. Интересно, он их отменил? Точнее, не минералов, хаза. Сейчас он, скорее всего, будет в зелотов выходить, потому что минералов у него мало. И он от одной базы играл, он реально от одной базы играл. Стрёмно. Посмотри голду. Он еще добавляет гейты. Да, я сюда загляну, потому что голду я все проверил. Поставь, кстати, Маринчика. Сейчас заказываем. Ну что, у нас уже жестокая говша. Слышь, я это все к себе отправляю уже на центр, ладно? Не обижульки, не? Да, пофигу. Ух ты ж, да у меня до хера сталкеров, нужно больше зелотов. Хотя, хер знает. Может, прокси? Может, прокси? Блин, я... Капец. Что такое? Космопорт до сих пор не купил. Ёбаный в рот. Да как жить-то так можно? Блин, там этот самый ворон. Так, прокси тоже чистые, походу. Да, прокси чистые. Я не... Он от одной базы играет, а вот эту глянул? Да, но он сейчас новую добавил, вот только что. Подожди, это ж 105-й. Ебать, да ты чё, 105 левела всырал?
Серьезно? Парень, что с тобой? Что нравится при игре с двух баз? Очень хорошо тут идет развитие именно военное, потому что рабов только две базы. То есть это всего где-то 50 лимита на рабов. А, это кактус на меня сикер навесил. Лошара! Я вышел с поля его зрения. Сикер сломался. Опа. Неужто заново хотят? Торов верни наверх. Че? Торов наверх поставь. Они там, так наверху. Не до конца наверху. А, кстати. Так, все, я думаю, пора выходить. У меня до хера людей. Я даже сам удивляюсь, ну сколько, откуда у меня столько. Смотри, прям говша-говшичная. А твои здания, кстати, бустать можно? Нет, нельзя. Обидно. Ты даже не представляешь, что я хочу. Допустим, представляю. Я хочу сломать его гейты. Молодец. Они на 4 пилонах держатся. Да я сейчас 2 яды кину. Кого? 2 яды. Нихерашься. Ты чё, больной? Похрен. Он тупой какой-то. За это надо. Купил лицуху, играть не умеет. Да-да-да. Вот зачем покупал? Слушай, у меня 72 бойца в отряде. А у меня так здесь. Так, 47, 54, 63. Слушай, проламывай. Чё? Проламывай, я выхожу. Сейчас, секунду, посмотрим, как это все будет. А ты чё? Во-во-во, он новую базу строит. Инвиз наложи. Давай, ядры. Ты в одну точку? Идиот! Так это сейчас сюда все сломает. Нужно. А, в этом смысле. Прикинь, он выйдет. Давай еще сталкеров, да, правильно. Нет! Молодца, парень. И остальные сейчас взломаем. Не доломают. Дострели! Да-да-да, вот этот гейт. Нормально, урон хороший. Чё ты хитендранишь, парень? Ау. Чё ты хитендранишь? Всё, давай, выпускай меня. Так. Сейчас будет веселуха. Нихера себе! Я иду, парень. Вы что тут устроили, блядь? Да побыстрее, думаю. Они тоже хотят драться. Долбаные ублюдки! Ты не уйдешь, парень. Да мы, блядь, лоб проломали. Правда, почти все я принял на себя. Пиздец какой-то произошел только что. А, тут куча танков. Нормально. А! Я тебя прикрою. Хранилочки. Сука, это уже можно по праву называть ядерный раш. Fuck yeah. Это было красиво. Это было реально красиво.
Не, сейчас самое прикольное, ихняя порода сломалась на одном мне. То есть весь урон я принял на себя. То есть они даже меня не могли выгребать. Ну чё, куда теперь? Еще разок? Я не знаю даже. Так тут вот эта штука с ядрами так веселая. А, знаешь, я, наверное, это... серию уже закончил, потому что время. Ну, следующее заснимем. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока.